Понятно. Нет, все хорошо. Пошли, да? Ага, сейчас все сделаем. Да-да-да, это отсюда. Они должны быть на том, на другом аппарате, на обоих. Ну, дереван, ну, конечно, да, ну, конечно. Балансила, да. Нет? Ну что, я взлезаю, да? Да, ребят, все отлично. Давайте, поехали. Желудочек видно. Сейчас мы окончательно отмоемся. Ну, мы сейчас... Вообще окончательно. Особые моменты говорите, когда фиксировать. Александр Александрович. Хорошо. Налью свет. Слушайте, я могу коррекцию сделать? Вы просто буквы все время, поэтому ладно, я вот так сделаю. Чтобы... Ну да, просто буквы. Лаваш делаете, да? Да. Все записываю. Есть в стоматологии такой прибор, называется отсос-пылесос. Вот. Вот у нас, по-моему, такой сейчас. Так, смотрим. Давайте инструмент. Так, а вот видите лавочку. Да-да, ну вот я сейчас хочу посмотреть именно точку. А вы лаваш делали уже, да? Да. Окей. Ну я такой микро. Ну тут все чисто. Хорошо, продолжаем. Если вам нужно больше, Александр, еще скажите, я вам тут помою. Все. Ну, показать чуть-чуть еще можно? Да. Чуть-чуть. Как говорится, покупайте эндоскоп Pentax с дополнительным каналом.
Вот, собственно, вам. Это такая скинта реклама. Но звук не пишется. Нет, это можно озвучить. А GoPro-то пишет или нет? Да, GoPro пишет. Все, а лучше пишет, отлично. Не, ну это важно, нужно быть партнёроориентированным. Конечно. Вот. Может, я сейчас еще и пендлик затащу ветеринарный бизнес. Не подойдет особо ее линейки с вами, поэтому, по сути, все эти аппараты. Ну да, я вот помню, когда мы... Все, спасибо, наверное, ага. Хорошо. Когда мы начинали только, никто же не пошел на сотрудничество. Ну, ветеринарная школа начинала, только Шторц. Давайте посмотрим, что у нас получается. Мне кажется, вот ободочная кишка лежит. Мы это записываем, да? Да. А, стоп, нет. Там не видно, что это ободочная кишка. Вот она. Нет, а вот там. Начали запись. А, ну это что-то, в общем, контур чего-то, да? Вот смотрите, мы сейчас как раз... Или это... Темная, да? Тонкая кишка. Да, может быть тонкая, да. Да, но это вообще тогда отлично. Вот смотрите. Вот, внизу. Где? Справа от вас это тонкая. О, подожди, ободочная, ободочная. Ободочка. Вот она, ободочка. Это ободочка, кругом, по-моему. Вот прямо, это тонкая, вот это вот. Вот сюда пойдем, смотрите. Нормально же? Это все толстая кишка, ребят. Это толстая? Это все толстая кишка. Ага. Это все толстая кишка. Давайте соединяем этот самый. Да. Достаточно полностью соединяем. Видео короткие делаете? Угу. Молодец. Дымок в животе появился. Теперь берем переключение на другой. Я могу убрать сальник, если хотите, чтоб не мучились потом. Слушайте, секунду подождите, я удалю газ отсюда, а то уже дыма много. Надымили много, да. Секундочку. Ага, все отлично. Все. Записали, да, это? Да, это записали. Отлично. Так, теперь, что мы делаем? Сейчас смещаемся лучше.
на другой бок, чтобы петли кишки появились. Нет, сейчас мы сначала пойдем туда, а потом посмотрим. Так, ну, понял. Теперь готовим баллон, да. Так, пока запись остановлю. Или уже пошли? Пошли. А, все хорошо. Покажите мне, чтоб видно было. Во-во-во-во. А, ага. Неплохо. Ну что, коллеги, акцент сделаем? Сделаем. Баллон длинный, видите, для этой манипуляции, конечно. Ну ничего. Все, можно открывать, да. Вышел канал. Да, вышел канал. Делайте, я снимаю. Видно вам, да, все? Да, все видно. Ближе подойдите. Стоп. Ага, все хорошо, да. Да-да. Хорошо, хорошо, хорошо. Раздуваем до... До 6. Ну да, дайте даже до 8, там до полной надо пройти. А можете чуть-чуть на меня показать, вот поднять? Во-во-во-во-во-во. Угу. И когда выходить будете, так же лучше. Мы сейчас выходить не будем, я сразу за баллоном поставить войти в ручную полость. Я про это же. То есть, да-да-да. Ну, чтобы на виду. Просто не под кишки, а... Так, куда-то спрятались. Куда спрятались? Я просто видел, что... А, вон вы куда. Понял. Ой. Не-не, он нормально выходит. Чё? Нет. Ну. Стоп, стоп, стоп. Да я еще вниз, да? Угу. Вы можете чуть-чуть подождать? У меня просто тут выход. Я все, я пошел, да? Сейчас, секунду, я. Это что, мне кишка? Да, это кишка. Да, кишка, все. Что, я вас выдавил, да, сегодня? Ну, случайно я вышел, да. Между доступами, да. Ну вот, вот и вы. Ага, все, сейчас снимаю. Вот и я вас вижу, смотрите. Александр Ильич. Да. На нашем видео смотрите. Ага, все, вижу, вижу, вижу. Все записали, да, нормально. Нажимаемся. И потом еще дожимаем в конце обычно, что все. Вот этого не хватает. Вот чуть-чуть, да, самый смак. Все, не, не, все хорошо? Нет, заслуживаю. Все хорошо, все хорошо. Все уже вышло, так. Теперь.
готовим снова кислотом. Александрович, я вам доступен? Ну, вообще, я вижу, да. Это вот толстая кишка передо мной лежит, смотрите. Вот на нет, сюда, смотрите. Нет. Это толстая, да? Да, толстая кишка. Это толстая. Сейчас лучше выбрать позицию, чтобы я на вас не светил как-то. Может, в угол перейти как-нибудь? Нет, так а я потом все равно подойду. Слушайте, яичник не посмотрим? Давайте. Надо повернуть на бок. На какой? Нет, потом уже не сделаем. На бок сейчас, вот лучше на мой бок сейчас, на левый. Ну сколько у нас времени на доску пошло, да, сейчас? Как говорил Суворов, тяжело учение, легко бою. Со второй стороны всегда помнишь, ну да. Так, это еще пузырь, да? То есть, по идее, здесь кишку надо раздвинуть. Вот здесь в бок. По правому каналу идите. Сейчас я помогу это двинуть. Сейчас я пододвину.